В Донецке заявляют, что украинские военные наращивают силы в Донбассе для возможного наступления. Представитель сил самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сказал сегодня, что разведка ополченцев зафиксировала прибытие в красноармейск эшелона с бронетехникой, которую отправили затем в район Донецка. А из Славянска к линии разграничения по этим же данным подошла колонна танков и реактивных систем залпового огня. Утверждают также, что из Днепропетровской области в Донецкую прибыла группа снайперов и три минометные батареи.